Всем доброго здоровья, Бог помощь. Наконец-то до нас докатилась пора копать картошку. Все уже выкопали. Ну, еще вроде погода стоит. Вот. Хотел показать дары осени. Смотри, вот такая картошка нас устраивает вполне. И почему-то белая как бы крупно, но не такая, а вот красная, смотри, вот даже не знаю, как это сорт называется. Во! Одну картошечку на сковородочку и милое дело. Это вообще в виде бутылочки. Вот так на пояс. Вот. Ну слава богу. В этом году как-то не пожалели место, старался пошире делать, а то все вроде пытаешься больше посадить. Потому что удобнее, чтобы копать было, удобнее полоть. Несколько раз пололи, ну и видно, что картошку видно, намного легче копать. Бывает, когда мало полишь, все затягивает, потом вообще невозможно. Вот. Ну, это еще только начало. Посмотрим, что будет дальше. Надеемся, что нормально. Мы тут с нашей бригадой, помощники вон. Помощники, проверяющие, тут куча всяких должностей. Копающие. Где моя? Он спряталась. Милочек, копающий. Вот какая. А ты что, мне картошки наложил в ведро? Ты умничка, помогаешь маме. Я хочу эту лопату. Лопату хочешь? Да. Ну, умничка наложил полное ведро мне. Мама, картошечка. Лопату можно? Можно лопату. Ну только